Постараюсь представить максимально кратко доклад. Все мы прекрасно понимаем то, что рак предстательной железы несет огромное социальное бремя для современной медицины, в том числе за счет своей распространенности и за счет увеличения случаев летальности. При этом частота развития недержания мочи после радикальной простатэктомии варьирует по различным исследованиям в достаточно больших диапазонах от 0 до 80%. При этом ни в одном практически из исследований не оценивается, какой же тип недержания мочи встречается. Это стрессовое недержание мочи, это императивное недержание мочи или смешанное, которое практически нигде не оценивается. В одном из самых крупных исследований по оценке распространенности и недержания мочи после дистанционной лучевой терапии, после радикальной простатэктомии, было выявлено, что частота развития недержания мочи возникает от 44 до 52% в зависимости от срока выполнения лучевой терапии. Но и в этом исследовании также не оценивалось тип нарушение мочеиспускания, тип недержания мочи. Целью нашего исследования стала оценка эффективности применения холинолитиков при лечении симптомов гиперактивного мочевого пузыря у пациентов данной категории. Суммарно в исследование было включено 27 пациентов в среднем возрасте 71 года. Было проведено комплексное урологическое обследование, включающее в себя ультразвуковые исследования, урофлоуметрию, конечно же, комбинированное уродинамическое исследование и дополнительные методы оценки, такие как дневники мочеиспускания, визуально-аналоговая шкала и шкала гиперактивного мочевого пузыря. Все пациенты в течение одного месяца получали терапию с солифеноцином в дозе 5 мг. По результатам было выявлено то, что число мочеиспусканий как в дневное, так и в ночное время значительно сократилось. Дневные микции снизились на 62%, ночные микции снизились практически на 100%. Также по дневникам мочеиспускания объем микции значительно увеличился с 98 до 297 мл. При этом, по данным объективных методов исследований, таких как комбинированное урогномическое исследование, максимальная цистометрическая емкость увеличилась менее выраженно, до 122%. Также при комбинированном уродинамическом исследовании мы отмечали значительное снижение спонтанной активности детрузора. При этом у 50% пациентов вообще не было патологической активности мочевого пузыря. А сокращение максимальной амплитуды детрузора до 7 см водного столба давало пациентам возможность, скажем так, донести позыв до туалета. При этом при оценке шкале гиперактивного мочевого пузыря мы также отмечаем значительное снижение показателей и обеспокоенности пациентов состоянием своего мочеиспускания. И такая же аналогичная ситуация складывается по визуально-аналоговой шкале. В заключение разрешите сказать, что симптомы гиперактивного мочевого пузыря у пациентов, перенесших лучевую терапию по поводу уместного рецидива рака предстательной железы, значительно снижают качество. А вот эффективным и целесообразным методом лечения симптомов гиперактивного мочевого пузыря является именно применение М-холинолитиков, что позволяет вкупе и повысить качество жизни пациентов, и минимизировать риски развития недержания мочи, и самое главное, стабилизирует психоэмоциональное состояние. Благодарю за внимание. Коллеги, вопросы? Спасибо за прекрасный доклад. Не подскажете, все-таки, чем была вызвана гиперактивность? Гиперактивность изначально мы не имеем возможности определить истинную причину развития гиперактивности. Чаще это заболевание полиэтологично, но мы можем предполагать, что все-таки есть проблемы в нарушении иннервации на фоне проведения лучевой терапии. Или все-таки цистит послучевой? Нет, цистит в этой категории больных полностью исключен. То есть пациенты, которые испытывали, отмечали эритроцитурию, лейкоцитурию или снижение функциональной емкости мочевого пузыря, вызванное не расправлением, назовем это так, мочевого пузыря, мы в эту группу не включали. Исключительно спонтанную активность мочевого пузыря. А оценивали вы суммарную дозу облучения, которая была? В данном случае мы еще ее не посчитали. Вот, но планируем. И фракционирование? Совершенно. Каково? Еще не считали. Не считали. Не считали. А не подскажете, холинергическую нагрузку как-то вы оценивали? Нет, к сожалению, тоже не оценивали. Спасибо. Спасибо большое.